Зайти в игру. Проснуться в клетке. Скинуть лавку. Сломать замок. Найти бронзовый трофей. Попасть в гараж. Подвинуть стремянку. Отвинтить шурупы. Найти цифру 4. Найти цифру 7. Достать пропуск. Найти зеленое мороженое. Найти еще одну цифру 4. Поставить мороженое. Найти желтое мороженое. Его тоже положить в прорез. Найти огнетушитель. Нам же нужна стремянка. Найти произведение искусства. Слава тебе, Господи, найти ковер. Открыть кнопку. Положить рядом с котом Борисом. Проснулся. Есть, Шерлок. Найти розовое мороженое. Взять лом. Отломить гвозди. Да-да, каламбур от монаха. Взять стремянку. Поставить стремянку. Отодвинуть доску. Сломать пол огнетушителем. И слава тебе, Господи, найти цифру 0. 7. Не понял. А так? Чё с ним такое творится? Получить сверхлипкую конфету. Установить жвачку в нужных местах. Положить ковер. Интересно, лом сработает? Не, не сработал. Ну что ж, финальный момент. Давай. Давай, молодец, молодец. Ну, бывает. Тебе нормально? Нормально все? Нормально, говорю, все. Что ж, вот и конец нашей игры. Кнопка, которая решит судьбу наших друзей. Блин, я так надеялся в трейлере, что Чарли застрянет. Блин, серьезно, прям надеялся. Блин, мне кажется, уроды больше IQ, чем большинство людей, серьезно. Блин, они сбежали. Они все еще в моей фабрике, ну ладно, я их поймаю. Вот так вот, ребята, нужно проходить. Думаю, выйдет туториал. Всем пока.